Итак, всем привет! И, как я обещал, сделаю я тест GPS на Xiaomi Mi Max 2. Запустил уже наш GPS. Так, это у нас определяет наше местоположение. Уже, значит, подсматривает, ладно. Так, вот. И, значит, заходим в галерею. Вот. Телефон в режиме GPS с постоянно активным экраном, то есть он не выключался. Соответственно, я ним пользовался еще как обычно. Звонки, смс, интернет, 3G, Wi-Fi у меня всегда были включены. Никогда не выключал. Ну и немного там YouTube еще было такое, но в основном работа с текстом и включенным GPS. Он у меня продержался 7 часов 49 минут. Вот. Закончил я с результатом в 17%. То есть он бы мог еще, скажем так, нормально поработать, а если бы он был полностью заряжен, так как я начал тест с 97% и закончил на 17%. Я думаю, если бы было 100% заряда, то он бы продержался гораздо дольше. Я думаю, часов 12, так не меньше, это точно. Так что показатель очень даже хороший. GPS, в принципе, ловит нормально. Меня работа его устроила. Все, в общем-то, замечательно, никаких осечек не было, все точно показывал, все нормально. Даже сейчас я вижу, что по местоположению у меня там, значит, все в порядке. Все он нормально показывает, определяет и где чего. Вот. Так что GPS здесь работает нормально. Спутники также он ловит довольно быстро. Вот это я уже делал в прошлом обзоре. Так что вот такие вот делишки. Тем, кому было интересно, сколько же он в режиме GPS продержится, я надеюсь, ответил на ваш вопрос. Но если будут какие-то вопросы, конечно же, дополнительные, спрашивайте видео. Если надо будет, я что-то еще сниму. Главное, посоветуйте. Вот, обязательно сделаю. Так что всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписывайтесь на канал. Пока!